Что? Тань. Ну вот такой вот. Два часика походили по лесу. Слегонца. Тут еще вот грузди есть черные. Всякие подосиновики. Боровички. Свинушек нету. Не берем мы свинушки. Ну вот так вот. На сегодняшний день вот так. Грибов в лесу, в общем-то, нет. Можно сказать. Пришлось побегать. Ой. Сухо в лесу. Сухо. Причем грибы ломают все стереотипы. Подосиновики лежат, сидят под елками. Боровики. Вообще непонятно, где в черничнике. Короче говоря, квест. Короче говоря, вот такая вот. Поеду, наверное, еще. Все-таки алчность грибная взяла. Вверх. Время еще начало третьего. 2 часа только походили. Заедем еще в одно место. Больно уж красивые грибочечки. Вот эти вот все. Да. Все-таки осень неплохое время года. Жалко, конечно, что лето ушло. Но, тем не менее, вот такая вот у нас добыча.